Фотографии альпийского проекта Глеба Телешова – приятный подарок поклонникам черно-белой фотографии. Ведь именно она была ведущим жанром с самого начала своей истории. Глядя на фотографии, понимаешь, что автор хорошо знает, что монохромный снимок глубже раскрывает суть вещей, акцентируя внимание на самом интересном – линиях, формах, структуре, светотени. И своей новой работой Глеб Телешов вновь демонстрирует красоту этого жанра в снимках, рожденных из черного и белого цветов с богатой палитрой серых оттенков. Черно-белая фотография – это такое, как только она становится, как только она черно-белая, она сразу дает некоторое художественное такое обобщение. Работая над альпийской серией, Глеб Телешов создал удивительный ряд фотопейзажей. Он не делал каких-либо попыток трансформировать естественное пространство, не пытался явно внести элементы авторского восприятия в природную среду. Его горы – это объекты для любования и восхищения. Горы в проекте – это словно другая планета с другими принципами и законами жизни. Вслед за автором зритель начинает понимать, только попав в мир гор, человек открывает для себя истинную свободу и бесконечность, а мысли начинают тянуться к чему-то высокому и светлому. Пейзажная выставка, пейзажная съемка – это направление не новое, но именно авторский взгляд, да, те какие-то уголки, которые фотограф находит, тот ракурс, который он выбирает, та композиция, которая строится в его кадре, она, конечно, характеризует лично его и открывает нам какую-то новую сторону и его творчества, и его личности. И в первую очередь это нам возможность увидеть определенную эстетику на произведениях художника-фотографа. Проект «Выше уровня моря» – симбиоз мгновенных реакций фотографа и неподвижного позирования гор. В каждом снимке спрятана своя альпийская загадка, которую хочется детально исследовать, отгадать и когда-нибудь увидеть своими глазами. Мир, воссозданный Глебом Телешовым в фотографиях, почтительный поклон художника создателю, публично высказанная философия мастера о восприятии себя, окружающего мира и природы. Посетить выставку можно до 17 марта. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.